В этой песне поется про то, как Чигит полюбил девочку, но девочка оказалась туристкой. Высоко в седых горах Кавказа есть легенда старая одна. Мне ее один седой инструктор перед своей смертью рассказал. На Баксане жил турист могучий, он на лыжах, как орел, летал. Ездил он почти без поворотов, даже доллар ездил по прямой. Как-то раз я чистый источник, девочку одну он повстречал. Полюбил ее душой и сердцем, крепко, глубоко и навсегда. Развитие сюжета идет. Он носил за ней повсюду лыжи, повороты начал совершать. А в Альмане показал и Годель, и платил повсюду за нее. Но она его не оценила, потому что глупою была. Ее увез один инструктор в ресторан барашки кушать там. Был чик-турист навечно опозорен, хоть его здесь не было вины. И его два дня друзья держали, третий день он вырвался от них. Он тогда сломал свою мицуну, это Мартин лишь такие, тёрки конва свои сломал, то же самое. А потом сломал он даже фишер, это вы знаете, на продажу, что привез шихлы. Он ломал мицуны и ланы, Рассиньо и Кастингера, фишера ломал и Соломоны, даже доску партом штуки две. Он, короче, поломал все лыжи на своем на пятом этаже. Лишь одну единственную пару в справедливом гневе пожалел. Историческая справка. Лыжи Тиса Фишер производятся в Украинской республике. Это были лыжи Тиса Фишер. Девушки, которую любил. Сделаны они в стране далекой, где свиней все жители едят. Девушка на утро их одела и пошла кататься на чигет. И на склоне северном бугристом там безумный чайник сбил ее. А турист два дня проплакал и две ночи, и четыре месяца он пил. И ни он не мылся, и не брылся, и вообще не делал ничего. И друзья нашли его на рынке, продавал он там свои носки. Смыл себя позор, ты справедливо, так ему сказали мужики. Эпилог. Потому в Средних горах Кавказа есть обычай мудрый у мужчин. Если девушку турист полюбит, сразу Тису Фишер дарит ей. Сразу Тису Фишер дарит ей. Сразу Тису Фишер дарит, хлопай. На-н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 а-
Это масса! Вот.